Всем привіт, друзья! В общем так, просили подписчики, як же сделать манку резинову? Друзья, ничего сложного тут немає. В общем, по вашей просьбе, я вам это все покажу. Тут ничего особого немає, просто берем маночки, насыпаем в тарелочку, берем теплую воду с крана. Или подогрели то этот самый. Трохи линули. Перемешали. В общем, цей манки ловкость рук нужно. Никаких примесей ничего не надо. Можно добавить трошки сахарочку. Ну, я щепотку добавляю. Так, мне звонили. Трошки сбили. Так, влили водички, сахарку добавили, щепоточку. Так, что у нас тут с манкой? Ага. Так. Если вдруг, что манка прямо аж разлазится, да, у вас в руках. О, комками там берется уже такая, что багато воды. Ничего страшного, підсипаем трошки. Я говорю, никаких там процент того, процент всего нет, все делается на глаз. Ну, если идет какой-то перебор в чем-то, если воды много, я подсыпаю трохи манки. Тимоха. Так. Ну, а дальше, друзья. Да, манка видно, что много воды тут. Ну, это не страшно. Сейчас мы начинаем жмакать. Жмакаем. И лишняя вода, кстати, лишняя вода в манке, ничего страшного. Начинаем ее крутить, вот так. Сверху ладошек. О, крутим. Кожа впитує лишню сирость з манки, тим самим маночка у нас, в нашей манке остается сколько воды, сколько ей надо. Даже для наглядности, вот сейчас добавлю еще трохи воды. Вам показать. Тимоха, дивись, чтобы плохо не было потом. О, бачите, яка вона. Все. Перебор с водой. Ну и все. Дальше ловкость рук. Начинаем крутить. Крутим. Ну, она начинает такая уже резиной браться. Бачите? Ну ничего, это еще рано. Надо еще крутить. Манку можно, что хочете, добавить там макухи или какой-то там прикормочки своей, только мелко, чтобы она была, порошок. Бо если будет что-то крупное, оно, манка воздержаться будет дуже погано. Так, еще водички, да, все, подсмактую трошечки на тарелке воды, чтобы она еще больше водички взяла, чтобы больше раскисла. Всю лишнюю сырость уберет кожа. И манка приобретет должный образ свой, який нам надо. Тимоха, не лазь на камере, ё-моё. Все ему интересно, попугай же. Еще рано. Уже начинает трошки резиной браться. И эту манку можно свободно натягивать на червяк. Не надо ни этих палочек. О, тем более, та манка, которая вот, мешается со шприцом, да, вот, она долго не держится на крючку, если рыба подъедет, там надо сразу смыкать и слазы. То эта манка у вас... Рыбке надо очень постараться, чтобы из крючка содрать. И самое главное мне нравится в том, что при 3-4-5 минут в воде манка не опускается с жала,
І жало не виглядає. Тобто вона держить ту форму на тому крючці, як ви насадили. Минут 5 свободно, а то може навіть ще й більше. О! О-о-о, смотрите. От вам і резина. Все. Все, ось все. Накрутили шарик. Поцепили на крючок. І вперед. Ловіть ще водички в мочу. Не треба туди додавати муки або ще чого-то мудрувати. Все, тільки манка, трохи сахара. Кстати, друзі, сахара бросайте щепоточку чуть-чуть, тому що якщо ви з дозировкою сахара переборщите, то все, у вас манка буде вже не резинова, вона буде у вас просто розлазитися. Ну, сладость, много сладості. Так що, тільки щепоточку. Або чесничка можете трохи додати, ну, теж все в міру, чуть-чуть. Для запаха. Все, резина. Вот вам, друзі, резинова манка. Саме головне, коли ви от тут водички влили, вже все переколошматили, от, ви починаєте в руки брати, воно може вас там прилипати сразу до рук, до ета. Чуть-чуть можете маночки, чуть-чуть підсипати. О, і все одно вкатуйте, вкатуйте в ладошках, зверху ладошок, вкатуйте, вкатуйте, вкатуйте. І вже будете бачити, коли воно у вас би преобразовуватися в резину. Ну. Потім, саме головне, берете кульок. От ви на рибалку зібралися їхати. Кинули в кульок. Герметично закрутили кульочок. Все, поки ви до рибалки доїдете, вона вас ще там пропотіє. Про те саме, в общем, ви поняли, пропариться в кульку. І буде во! Все, друзі, спасибо за внимание. Якщо вам це відео понравилось, ставте лайк, если не подписчик, подписывайтесь на канал. Ну а в рыбалке вам ни хвоста, ни чешуи. Все, друзья, поехал я на рыбалку.